была учреждена общественная награда. В лицее имени академика Камиля Валиева состоялась встреча директора Елабужского института КФУ Елены Мирзон с выпускниками школ района, родителями и учителями. Перед началом встречи Елене Ефимовне была вручена медаль «Лицей имени академика Валиева за заслуги» и благодарственное письмо от имени главы Мамадышского муниципального района. Педагогическое образование – это путевка в жизнь для многих мамадышцев. Сотни учителей района получили в этом учреждении образование, а теперь по их стопам идут нынешние ученики. Одна из них – Фарида Ибрагимова. Конечно же, учеба в институте, она была яркой, очень даже такой интересной. Практика? А практика, конечно же, еще интереснее в школе. В школе работа интересна, то, что ты разбираешь в теории, здесь ты уже применяешь на практике, и как раз-таки вот уже стремишься к своей цели. Елена Мирзон рассказала о том, какие новые профили обучения введены в институте и какие специализации вызывают наибольший интерес у абитуриентов. Сегодня это горячая тема как для мамадышских выпускников, так и для их родителей. Не первый год я участвую в Олимпиаде по технологии, которые вот как раз-таки курируют преподаватели из Елабужского КФУ. Они у нас, получается, члены жюри. Ага. Вот. И вот для тебя эта встреча интересна именно этим, так ведь? Да, получается, вот каждый раз, когда они приезжают, судьи тоже приезжают, мы с ними видимся там, вопросы разные обсуждаем. Мамадышских студентов отличает особая любовь к малой родине. В них с детства заложено то чувство патриотизма, что ведет их по жизни. Наибольший процент возвратившихся в родной район именно у мамадышцев. Шаговая доступность вуза – это тот плюс, что отмечают и сами родители. Нам было известно, что здесь происходит совещание, и будут представители района, руководства, и тем более от педагогического университета КФУ. Мы заинтересовались этим вопросом, и поэтому я пришел сюда, чтобы поближе познакомиться с деятельностью университета и, конечно, условиями, критериями, которые нас заинтересуют. И самое главное, отличная новость для выпускников и их родителей – в этом году много бюджетных мест. Заявление можно подать одновременно на 5 направлений. Мы ежегодно такие встречи проводим в разных районах, но вот Мамадышский муниципальный район по приглашению Анатолия Петровича, я всегда приезжаю сама, потому что с районом действительно у нас сложились очень дружественные, очень продуктивные профессиональные отношения, и повышение квалификации учителя проходит на базе нашего института, и различные профильные мероприятия. Ну и особенно мы, конечно же, особое внимание уделяем подготовке наших абитуриентов, и мамадышские выпускники школ – всегда нас радуют своими успехами, и вообще Мамадышский муниципальный район в доле студентов, он в лидерах в нашем институте, всегда или первые, или вторые места вот с Нижнекамским муниципальным районом разделяют. Светлана Ханова, Наталья Якимова, Фаиль Шайхутдинов, Рамзиля Багаудинова. Новости Татарстана.